Colegiul de Medicină din Cahul este o instituție medicală care formează elevi, viitori asistenți medicali, competențe profesionale, dar principalul obiectiv al colegiului este promovarea voluntariatului, care are ca scop promovarea modului sănătos de viață. Deci, și cu alte cuvinte, maladie este mai ușor să o preîntâmpini decât să fie tratată. În acest context, în intervalul pe data de 20 până pe data de 24 martie, în instituția noastră au fost preconizate un șir planificate și vor fi, desigur, realizate un șir de activități care au ca scop de a conștientiza populația. Во-первых, 24 марта проводится Всемирный день борьбы против туберкулеза. Это опаснейшая болезнь, которая может привести к ужасным осложнениям и даже к летальному исходу, но это не приговор. С этим можно бороться, от этого можно излечиться, и наш колледж призывает к этому. Наша активность против этой борьбы началась в колледже, и сейчас мы проводим уже наши активности уже напротив университета Хашдел. И дальше будут проведены также информационные занятия с школьниками других школ, опять же, с которыми у нас есть коллаборация. Мы надеемся, что мы достучимся до людей, и они поймут, что это не приговор, с этим нужно бороться, но своевременно. Сегодня мы собрались, чтобы станцевать флешмоб на день туберкулеза. И мы представили вам наш танец. Думаем, вам понравится. Ну, это опасно для здоровья, для начала. А знать профилактики и лечение, это каждому не помешает, потому что здоровый образ жизни – это ценная, так скажем, валюта, которую нужно беречь. Pe data de 24 martie, noi facem diferite campanii împotriva tuberculozei. Aceasta se sărbătorește pe data de 24 martie. Noi vrem să vă zicem că tuberculoza nu este o boală socială, ea poate fi la cât o persoană mai săracă, la cea și mai bogată. Tuberculoza este o boală care se lecuiește. Este foarte important ca să știm cum se lecuiește și când trebuie să ne aplicăm la medic.